парк развлечений «Хэппилон», расположенный в Маримоле, стал любимой площадкой для сочинской детворы. Сказочный мир ярких аттракционов привлекает юных посетителей, для которых раз в месяц проводится акция «День именинника». Главный приз – возможность провести свой день рождения в «Хэппилоне», а еще можно получить игровые бонусы и отправиться, например, на детский автодром. Мы решили сделать доброй традицией каждый месяц разыгрывать подарочный сертификат на празднование лучшего дня рождения в парке «Хэппилон». На этот раз подарком станет готовый праздник «Регата-пати», в который будет входить не только ужин для именинника и его друзей, но и шоу-программа, сопровождение сказочными героями, безлимитные катания на всех аттракционах парка, салют в честь именинника и торжественное поздравление дракончиком Хэппиком. Идея подарить готовый праздник на день рождения появилась не случайно. Многие родители выбирают ресторанчик «Таверна Тортуга», где для детей подготовлены и праздничные столы, и развлекательные программы. Такой день рождения точно запомнится надолго. Марина! Это самое главное угощение, давай говори. Итак, друзья, сегодня Мария празднует свое тысячелетие. Она задула свечку, а теперь все вместе крикнем «С днем рождения!» Выбрать для проведения праздника можно любое время с 10 утра до 10 вечера ежедневно. Гостям здесь рады всегда. Привет, пират! 24 января в субботу ты приглашен на грандиозное морское приключение на острове Хэппилон. Будь готов к танцам с акулами, поиску сокровищ и тайному посвящению в настоящие пираты. Ах да, самый счастливый морской волк выиграет настоящий подарок. День рождения на пиратском острове Хэппилон. Удачи всем! Аттракционы, вкусные угощения и общение со сказочными героями. Такой необычный приз может получить тот ребенок, который вместе с родителями придет в Хэппилон в субботу 24 января в 15 часов и примет участие в розыгрыше. Организаторы акции обещают, все дети останутся довольны, ведь Хэппилон – лучший в мире парк развлечений. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».